А он ушки сам снимает, он впереди. Мишка и Вакатин там. Ну и окей, побежали, чё? Блять. Сбрасывайся. Привет, ребята. Здорово. Кто-нибудь? А? Ты что по времени сегодня? Вот мы и на месте. То, что произойдет, ну, можно быть. Уверю, если не включите, пожалуйста. Мне как можно быстрее. Покой своего народа. Я предлагаю, типа, короче, это, если, ну, откуда пойдет, там, не знаю, подальше, пойти еще лучше в тюрьму закрыть. Типа, если тут плохо все пойдет, то чтобы не душиться, блядь, без кинтова. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель Блети. Да, он сменит остыни. Ну, так скибиди тотем поставит еще. Не будет РЗ-шной хосты. А, что ты, да, про эту? А, да, пока уже ты про ловкость, что-то не то. Я закончу то, что начал у Брюх, у тебя ПВПшная тренинг идет. Из моих рыцарей Фордринг, той силы тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернулась... Там мимо подвигайся, там чуть-чуть проходит. Спите кокон, спите. Пожалуйста. Он долго сопротивлялся. Серега, иди раз... минируй. Дальше. Все вы будете слушать. А, ты красавчик. А, ты же ХДшник. Молодец. Горменталь, прыгни с своего ретрика. Попробуй. В принципе, можешь оставаться в нем до конца рейда. Слава, ты понял, как там водить, чтобы между уж люди были? Ну, он были в самого дальнего от себя чаржится. Ну, ПРРЛ тогда, пожалуйста. Я по такой тактике не делаю. Будет проще. Ну там, где по сейвам, там иннеры дать кому угодно, все остальные моменты рассказывают. Окей? Ты про ребро говоришь, что ли? Да, про ребро. Так просто бьешь и все, как обычно.
Слушай, выходите, все. Десант ничего не меняется, они типа особо. А. Единственная разница то, что во время вихря он кастует шип один и все, его надо бить приоритетом. Нет, я это знаю. Но то, ну, что в 25-ке там так. Вот смотри, в 25-ке просто есть так, ну и в 25-ке тактика, они стояли на месте, их не буже не било. Нет, так это он знает. Типа, ну, десятки так не бьют, типа. Ну, с этого и надо было ничего. Ну, ладно, нет. Не, ну только надо два человека там, не знаю, чтобы на ренже стояли справа-лево, чтобы их, ну, лужи лились, я тоже думаю, типа, это как в обычном. Ну, давай я и Джанг. Ну, смотри, вот давай подумаем логически, блядь. Если ты и Джанг станет, то кто вас будет бить? Один уфолог? Или вы друг друга будете бить? Шипы, если на вас будут. Я думаю, одного можно поставить, да? Ну, наверное, можно. Давай я стану тогда, окей. Бля, ну давай будем честны, нахуй. Я, наверное, самый дрявый буду по РДД ДПС. Давай я буду бегать, нахуй, долбоёб, и все. У меня блинк есть. Ну, смотри сам. Ты же учишь, тем более. Давай. Короче. С ласочки все должны выпить. ДД или сапрота? Сапроты пейте. Будет проще. В чем здесь отличие по тактике? Во-первых, очень больно бьет лужа, поэтому лужа появилась, вообще никогда в ней не стоите, но очень больно бьет. Далее. Когда он начинает крутиться, появляются вихри. Вихри должны обязательно сбивать. Те, кто в вихрях, ой, те, кто в шипы, точнее. Те, кто в шипах, должны нажимать escape обязательно, чтобы вас могли хилить. Не знаю, пофиксили это, не пофиксили, но раньше было. Нажимаете escape, если вас кидает в шип, чтобы вас могли прохилить. Шип появляется, сразу автоматически все свечиваются в шип. Какие-то есть свои сейвы, отдаете, не жалеете их. И помогаете друг другу. Всегда. Вот. Босс, в принципе, такой же, как в обычке. Сложно ничего нет. Ну, чисто вот эти отличия. Моим танком будет у нас Мишка. В Кате будет стоять вместе с Мишкой. На полу, поэтому медведь. Если будет с огром проблемы, то спекнем тогда попугала. Готовность на пол. Гуляем на слове пул при поте на первой секунде. А можно лапу? Ты бегаешь, дай лапу. Вам гера с пола отдалась? Да. Ну да, да, я побегал. Как босса поставишь сразу Геру. Геру с пула. Ну как поставить босса. Давай. Прохильте транспортер. Блять, я лагаю. Хуй его знает, что. На пробу сервер менять. Все, просто завис. Но. Bone Storm Cast. Меня выбежали. Сыграли что-то. По боссу в РДшнику сейчас не играть. Тут я, знаешь, забежал, походу, на. Ужас, ужас, сразу убегает. Питомца под босса поставьте, то питомца тоже пасть после него. Тайный шип. Ну я завис, я просто дать. Хуй запомнил.
просто на месте. Что они делали? Да ты что-то пин. Ну как-то хуйню просто делали. Я тебе говорю, попробуй через телефон. Ну не получится у меня через телефон, Андрей. Ты ж Wi-Fi, вот он залазит телефон. Тебе через телефон что нужно? Типа не обязательно сам через телефон. Так, ребят, давайте по делу уже, плевать, все, завис человек, давайте. Так, ну все, один хуй можно на хуйню решить. Ну, ну решите, Ваню, в эпосе решим. Да, бейте без меня. Ну говорите там что-нибудь, у меня пиздец лагает. Я им просто стою на месте больше. А что? Почему бить нельзя, когда он крутится? Не, бей. Это просто раньше, когда уж больше. Миллизон Луза. Меня часа не прокиливай, да, если ну, прям. А нет, последний питом сапорна. Шип на столе, шип на столе, шип на столе, шип на столе. Вы ну, стоите в лужах. Вы стоите в лужах и вам похуй. Да я вот тоже все куда-то не делал, что лужу не видите. Ну, блять, вон сзади будет, что поделать, блять. Я вы... же тебе говорю, что я лагаю, пиздец. Да не ты, не ты. Здесь 5 человек нахуй упали. Я хуй знаю. Я тоже сдох. Че, есть место там? Что воет сдох нахуй? Я сдох, когда уже 3 человека сдохли в луже нахуй. Вы в ней стоите, нихуя не смотрите, что у вас хп, сука, отнимается. С таким успехом даже обычку не пройти, блядь. Не хотите, не хотите в рейд, не хотите в рейд идти, блядь, сразу скажите об этом. Нахуй вы падаете, блядь. Так. Начало. Бля, вы в десятку пошли, что ли? Да правильно, надо чуть перца нахуй подать, их хули расслабили булки все. Вот так я не знаю, ну, блядь. Просто, ну, такое отношение, блядь. Что в 25-ке два тика ловят, у тебя 10% хп, тебя прохилят еще хилы. Ты только выйди, блядь, служи. Нет, они, сука, третий тик ловят. Что в 25-ке, что здесь. Вам как будто похуй, я не знаю. Или вы залагали все, как Саня, одновременно. Пиздец, ну, я хуй знаю. Там по видео посмотреть, ну, на ники людей, нахуй. Потом, блядь, вам не стыдно самим, нахуй, в луже стоять? Так а чё, вы в десятку пошли, что ли? Ну да. Ну ты стрим видишь? Да. Ну вот. Блин, 25-ку же хотели. Да. Два дня не пришло. Надо вовремя приходить всем или писать, что не будет. Ну я не клею. Блять, у меня суббота ебаная всегда нахуй, я не могу вовремя прийти в субботу. Я так, не говорю тебе, лично тебе ничего. Ну там ты онлайн написал. Вообще маленький был, 19 человек, всё. Короче, ребят, сейчас будете агрессировать, то тогда нахуй рейтом, так скажу. Ну, сразу решите для начала, мы идем или не идем. Просто, ну, нормально играть, давайте. Он вылетел, можно было убить спокойно. Вы в лужи встали, блядь, как будто специально, нахуй. Вы очень долго умирали в луже, я вам как честно скажу, блядь. Не хочу просто больше чернить, ну, типа, достаточно славы. Там уж хилили их, стояли. Я тоже стою, щитки кидаю, хилю. Выпрыгивал, я вышел с этой лужи, блядь, почему-то. Саня, я, короче, скажу честно, я играю на прокси, сервере, прочие, которые. Бля, у меня, ну, типа, пинг тут, да, 165, ну. Но он никогда не выше, не ниже. Ну, когда уже у меня инет начинает какую-то хуйню страдать, тогда уже это повышается. А так он стабильный, пиздец, постоянно. Но если ты хочешь заходить на следующий прокси, типа на другой, типа там, третий вот этот, то тебе надо в папке VTF сразу скинуть все аддоны, короче, ну типа все настроечки, потому что... Да, ну, все по пизде пошло, я зашел на прокси.
Да, ну вот выйди с игры, выйди с игры, просто скопируй все папки с обычной, типа, туда в прокси. Ты заходишь, там папка VTF, будет прокси X4, и туда забрасываешь все эти папки. Я не знаю, что Андрей скидывает, просто я сейчас зашел, и просто я до сих пор не прогрузился, это пиздец. То есть тут еще хуже будет. Ну, бля, у тебя Discord работает нормально, значит, у тебя что-то это... Ты с телефона с интернет ходит, правильно? Я с Discord и с телефона с интернет. Ну, вот так, видишь? Попробуй, короче, попробуй. Телефоны себе раздать, Wi-Fi, и все. Ты же ноутбук, ты можешь подключиться к Wi-Fi телефону с функцией. Хотя, если по одной пути эту хуйню тебе надо научиться, мало ли какая экстренная ситуация, всегда сможешь попробовать, и все, и зашел, и все. Да слышишь, Андрей, вчера, когда был на Нарегорне, говорят, что у ребят с Белоруссии была проблема, они не могли вообще войти в игру. Нет, это я верю. Типа, я ж не говорю, что там типа сами что-то на семье, что-то особенное. Да, типа, я говорю, что как вариант. У него что, ну, типа, с телефона работает все нормально. Женя, тебя нормально или лагает? Нормально. А что? Не ты, который в Акате. Он съебался. Куда съебался? Видели у меня? Туалет. Туалет. Не знаю, просто, блядь, ты чё пинда пинда. Он прыгает. Невозможно просто. Короче, я не буду, как слово не побывай, я еще раз повторюсь. Попробую, если ты есть возможность, помню, все. Ну нет возможности, потому что будет пизда Дискорд, тогда будет еще жестче лагать. Слабый интернет на телефоне, слабый. Очень смотри, слабый. Смотри, у меня 95 килобит, когда кончается гигабайт. 95, ну ты понимаешь сколько. Мне хватает на Warcraft и общаться с вами. Это когда у меня кончается лимит, типа. У меня тоже на телефон. Вообще, думаю, у тебя 2 года должно быть. Да штука, опять аддоны все в жопу пошли. Ну что за хуйня они наделали, бля. Да, они ничего не делали. Типа, я их задрефаю, потому что они сделали для людей, то есть. Для людей, которые типа с разных регионов могли спокойно играть. Ну вот я с другого региона не могу играть. Ну, бля, и было все заебись. Сейчас я вот зашел на тот же сервер, с которым был, на первый, свой, на российский. У меня опять аддоны все по пизде пошли. Но у них уже были аддоны настроены. Может, ты на среднем играл? Для Украины. Нет, я играл на этом. На РФ и Беларусь. Что, пацаны, танцуем нахуй? Женя, Вакати тут? Он брать. Ты, блядь, ДК себе нарисовал уже 260-го, заебал. Я хуй его знает. Так он такой был у меня. Да не у тебя, у Войда. Где он? Че у меня? Какой ДК? ДК 260-й. Я помню, прихожу, вот этот вечерний РТС. Говорит, Войд, заходи, бля. Я думаю, на пропал, ахуяк на ДК зашел 260. Так, блядь. Я написал, короче, Кириллу, что не вывожу я столько рейдить, блядь. Я говорю, я даже тебе как пример написал. Я не знаю, где у Славы столько сил, блядь, берется, блядь, столько рейдить, вовсе Индия. Да не, тяжеловато, конечно. Я Кириллу сказал, короче, блин, типа, надо в любое время скажешь, я зайду, блядь. Короче, не могу я столько рейдить, если. Я говорю, выбрал бы типа вашу гильду, но я уже с ребятами говорю, больше там с X3 играю. То уже типа надо выбирать.
Ну, значит, прист освободился для десяточек, ебать. Ну, представь, я типа, никуда не вожусь, типа, там, я думал, сломали, там надо будет, типа, там еще этот Holy Shield не забрал от посох. А, походу, зуломаны накрылись уже, всем похуй на них. Да Holy Shield и так заебись дамажит. Не, ну он единственный палк, который нельзя, правильно, с этого? Ну. В основном, типа, 50. А я ДКшника вожу, я сколько уже, ну, недель 5 или 6 уже, нахуй, сводил РС и ЦЛК 25 оп. Две гильдии вместе позвал, он говорю, давайте. У этой гильдии, короче, 3 хила, у другой 2 хила, нахуй. У этой гильдии там танк, я там танком пошел. И, короче, состав вместе совместили, самых сильных ДД по классам, по бафам, собрал рейд и все, и пошли. Ебать, я не хочу делать. Ну, так... В этом плане, красавчик, типа, ничего не скажешь. Ну, так, а понимаешь... Ну, так они сидели, понимаешь, на 8 боссов, типа, одни с пугами, ну, считай, что там, 8 человек их пришло с гильдии, и пугов добирают, ну, на 8 боссов закрыли, сейчас, ну, с пугами все могут 8 закрыть. Потом эти то же самое, ну, зато у них гильд-рейд, но куча бичей, которые там 9к, 8, 7 дают, блядь, и тоже 8к, этот, 8 боссов закрывают. Я говорю, ребята, ходите на фулл, давайте, блядь. И все. И договорились, что, короче, 2 РЛа кидают ролл. Ну, я лут раздаю, короче. 2 РЛа кидают ролл. Короче, кто выиграл, тому шмотка. И он уже у одного в гильдии консул, блядь, у другого и ПГП, блядь, и хуярят. Нихуя, нет. Они тебе ролла скрыли уже? Ну, так. Нормально. Нет. Не ходили ночью. Какую 25-ку я прослушал? Ну, лолы. Лига легенд. А, пойдут? Сегодня пойдут. Да, сегодня пойдут. Там, короче, первый рейд. Синдру убиваем, падает клык, блядь. А у меня на танке на ДК нету клыка, нахуй. Ну и я такой спрашиваю, блядь, как будем решать, короче, нахуй. А там танк с гильдии, который ПГП. ДКшник тоже, мы с ним вдвоем танчим. Ну, говорю, как это самое? Ну, ГМ говорит, типа, ну, парольте с танком. Ну, я кидаю ролл 59, он 58 кидает, нахуй. Там возмущаются типы, нахуй. О, ёбаный, чё за хуйня, нахуй. Я забрал клык, одел, блядь. Ну, блядь, если по факту так бы без тебя вообще никуда бы не прошли, не убили. Ну, по факту, я же и релил всю эту хуйню, рассказывал людям. Чё, как бегать, чё, ну, вот, блядь, если включить то первое убийство Синдры, нахуй, оно просто идеальное, блядь. Никто не упал, блядь, всё прям, ну, пиздец, всё, люди красиво всё делали, охуенно. Зато потом, нахуй. А ну, тут внутри бывают моменты, вот у меня тоже жопа горит у нас. Люди просто некоторым похуй, вот и все. Вот ну, когда да. Вот пришли мы с Синдру, блядь, 4 человека, блядь, даже не бежат, ни стайки не сбрасывают, ничего, им вообще поебать, они просто намажут все. С этими метками тоже, сколько уже можно тупить, я не понимаю. Андрюш, что такое минус 125 или 250? Это хуйня. Не, ну, там я сказал, что уже, короче, это, следующее, типа, ну, удваивать, сказал, все, типа, ну, мне похуй, я буду удваивать. Ну, просто ведут себя, вот, неуважительно к другим, вот, а мы, кстати, за... дохуя, а у других нихуя. За эту целкашку ИПшка будет, ну? Не. Жизнь, боль. Десятки не ИПшат. Это же хрен, я бы. Нет, не построишь. Бля, Саша, ты пиздец. Косяк. Да. Кто там, Вера будет? Да. Охуенно, кто-то покупал за пол. Дай Берн, понимаю. Женя, встанешь, смотри, лужа сразу будет. Вставай, бежи. Все, не надо больше БРа, дай их диван. Кто-нибудь. Зачем там Гера висит? В смысле, диван? Это похуй. Там что у нас не видно? Ну так... под лицо зашел. А, он сдох. Давай, может,
Нету там хэпала, а дамажит 12к, да? Лесно. Мне кажется, хэпал тут покруче будет. В плане, ну, по танкам дамаг хороший идет, мощный. Мы танк отхиливаем, просто, блядь, я когда тут добежал, кто-то там спулил уже, чем-то пятном спулил, я когда добежал, блядь, лужа уже отлилась, я забежал не туда. У нас только одного человека пэт есть. Моя собака не двигала никуда. Кто же это мог быть, блядь? Не, это я, наверное, да. На тресте вызвал, ебать, пэта нахуй. Вот, надо подумать. Я вам скажу даже так, ну, блядь, ладно. Руф, блядь, предъявы такие кидаешь. Босс спулился с другой стороны, в чем проблема подстроиться под босса, типа? Он после ты давай не, не защищай его, его не защищай, он, блядь, накосячил своим пэтом. Где он, блядь, накосячил, вы вообще заебали вас. Как мои тараканы так всегда виноваты были, значит, теперь его пэт. Я и тебе иду сейчас, чтобы он не понадобился. Пока вот это до сих пор тараканы, блядь. Я их опять сделал, все, у тебя только что. Ну, мне нравятся они. Это, Саня, дай столик ману отпивать, чтобы было. То столика. Нету реагентов на столик. Ну, ебать. Что за дайте дживса, купи реагент. Что за ман, блядь? Двойнера есть и тотем, потом дам тебе штрюлей. Я тоже, блядь, на всех персах без этой маны хожу, блядь. Без банок, ну, типа, чтоб попить. Угу. У меня просто 9 банок осталось, блядь. У меня 5. Я обычно на трэше пью, чтобы ну, пачку убили, там быстренько сел, попил, чтобы сухим не бегать, блядь. Самое обидное, тоже ты пульк вспоминаешь, когда у тебя остается, блядь, штуки 4. Нахуй, ты покупаешь их 200 штук, бегаешь, там хуяк, блядь, 5 штук, как? Когда... А у джипса нету, короче, этой еды, да? Нет. Я готов. Тогда бы это не джипс, а автомат был бы, блядь. Шипить. Ой, нажми скип, не могу тебя хилить. Ой, нажми скип, не могу тебя хилить. На шипе прожимайте скейп, я шип. Шип сейчас будет. Сразу появился шип, сразу сыграли. Даже бить не хочу за ним бегать, блядь. Смотрите, лед, вы прожми Женя массейф и барменталь. Да. Барменталя, значит. Воет! Дай БР по войду, танк, блядь, танк не отдаст. Андрей. Сыграли по... Куда этот хуй пиздюк назад пошёл? Два типа разбило. А ты сейчас ты не кричишь? Чё-то как не сдох? Вот сейчас. Лужа, лужа. Я? Чё пиздишь при этом? Ой, ну, бля. А чё не выбежал, Слава? Да, блядь, не знаю. Ну вот, поэтому, блядь, все отбавился. Чё-то костерез 9 тысяч уебал. Это не я виноват, это костерез всё. Да. Не знаю, блядь, вообще сейчас никакого желания нет играть с такими лагами, но пиздец. Пошли. Точно, ты мне напомнил, это лаги были, ебать. Короче, это, там в вакате вроде бы есть этот хипал, да? О, вакате, так. Хорошая идея.
А, без ничего? Супер менталях, по-моему. Ну... Есть еще AirDru у этого аутранспорта, туда не будет совы. Ну, типа, если проебем сову. Я вот вчера не мог понять, почему Фиса без колбы ходит? Он выбил колбу и без колбы ходит. Типа, что, колба хуйня? Может, он забыл одеть? Его нет. Он, не его нет колбы, он единственный без колбы, по-моему. В смысле? Он у меня шугал из колбы. Я еще, блядь, говорил, я завод. При тебе клево выбил. А Фиса единственный, кто без колбы. Три колбы въебали или четыре нам? Мелисса выбил последнюю. Последнюю Майлик выбил. Майлик забрал. Майлик точнее, да. А Фикса единственный, кто без колбы, паладин последний без колбы. Ну, он на рейду не ходит, пока колбу сами достанет. А в чем прикол бегать тут палец с топором шквала, блять? Что за юмор такой у них? Отгоняю печать. Это новая имба. Не понимаешь ты ничего. Не, я просто смотрю, так ноги так бегают, я не догоняю, что за прикол, блядь. Печать разгоняют свою. Понятно, понятно. Дикен, короче, на фрус ДК с топорами шквала ебашил 18 тысяч ДПС или 16. Типа файнал софту. Дэггер. Да нахуя он прям? Куда идёте? Я не знаю, чего они куда идут, блять. Ну вот прям в лежит в центре. Второй тоже самый. Что, в лифте? Нифига, я даже не стоял. Что придумывает себе? Нет, ты в центре босса стоял. В центре босса, я прям прямо сами стоял. Ну, тело, смотри, я вижу туда. Там фишка босса, фишка костереза в том, что он максимум по трем целям бьет. Типа два танка стоит, там если кто-то в центр его подходит, он третью тычку получает. Элементаля поставь своего вобля, он же не захает его. Не-не. Ну вроде, я не знаю, по петам будет считаться, нет? Это, кстати, интересно. Попробовать стоит. Сейчас поставлю. Пока тебе расстанчив, бей хотя бы желтый джай, подсоби филан. Прыгни барменталь в хапава, попробуем так. Нету, пойдем разойдемся. Доброй охоты. Да ну типа это, короче, ну. Чё нормально даже не запулили, не надо. Вот один болт будет, короче, где там обосрали служить, все. Да мы спокойно бьем. Чем сейчас? Так и чем сейчас мы ненормально запулили? Ну вот сейчас Женек затупил, блядь. Короче, два вайпа от Женька и один от меня, короче, сейчас еще я затуплю, блядь. Так оно обычно и бывает. Ну на гниломорде точно три хила надо будет. А мы два убили. Ну я когда ходил, короче, с Дексом, там был... Кто там был, блядь? ДЦ? Еще кто-то. Ну он мне говорил, что два. И Джага паладин, и все. Да тут главное убить вот этого долбоеба и все, там 6 боссов базы даже. Ну, расстановка, значит, хорошая у вас была. Или диспель, или прям не знаю. Знаешь, как все было? Просто ебанить. Они тоже тут промучились на этом, на первом боссе, и дальше быстро пошли. Ну, как я понял, я зашел до четвертого босса, и на ретрипер зацел. А, ты бы видел, какой стратегией мы первого босса убивали. Там здесь весело было. Хули неизвестно было, как его убивать. Хорошего примера не было. Блять, меня сейчас еще и дискорд вынет. Телефон еще не заряжается. На самом деле, сегодня день вообще не тот нахуй, знаешь? Вот, он вроде бы не пьет, но такое чудо, что он вчера бухал, у него сегодня, короче, похмелье, он, блядь, сделал... Да-да-да, я тоже так задумал, блядь, но тут не допил, либо перепил, думает, нахуй оно мне надо, блядь, сейчас полежать бы, да отдохнуть бы. Я поспал 4 часа сегодня,
там за счет бегал, сдавал. Так, блядь, нахуй ты в этот ЦВК десятку хэм идешь тогда, блядь. Где отдохни? Нахуй разница? Я не хочу отдыхать. Ты у него интернет виноват, то что-то еще, блядь. Если у меня лагает, что мне делать? Я тебе показываю, я тебе говорю, да. Блядь, что меня заебаешь в рейде сидеть? Все нормально. Ты знаешь, лопнул пивкаткой, все нормально. Все под контролем. Я не знаю, поставь там на тебя меточку на РДшник кого-нибудь, он не знаю, на джанка кого-нибудь. Как там выводит до зону. На помощника просто. Лужа без зон, что ли, такое. Не, это невозможно играть. Стою до сих пор на месте, а не ледяную стрелку. Под боссы заходить. Не фильтры, короче, мага. Шип на сове, быстро шип на сове, РД. Мелизона, два шипа, ну надо их бить как бы, ну прием. Я не могу бегать везде, блядь. Кто-то не бьет из вас. Ноги болят, не могу бегать. То одного, блядь, убежал, хуй знает куда. Бежать надо было. Ну так я специально стою. Я знаю. Шипы сливайте сразу. Шип на стиле, Джон. Ну все, палец один из два, не хочу делать, не хочу говорить. Единственный РДД, который бил шип, нахуй. Да, я по луже, смотри, как бегаю, как ёбнутый. Я в гере, короче, когда вайпы были, нахуй, ну, говорят, ложитесь, нахуй. Я бегу в лужу, а она, сука, от меня убегает, блядь, прикинь. Охуй, Адоны каждый раз слетают. Ну, это какой-то пиздец. Он слетает, потому что надо, Саня, если ты зашел, что ты поменял настройки, выйти или лопнуться адекватно. Если ты просто закрываешь Warcraft или дропаешь, они не сохраняются. Так, что мы делаем? Может, куда в другое место сходим лучше? Да, я в туалет пошел.
Лов залез, сейчас зайду. Другое место стоит? Знаешь, что делать. Просто пиздец с пингом какой-то творится. Женя, у тебя нормально, ты можешь ответить? Я так и ни разу не услышал. Нормально. Не ты. Так ты говорил о Кате, да, да, да. У кого, у меня? Ну. У меня все нормально. Да у меня, это он из толчка сказал, да? У меня был бы пиздец, я бы уже сказал давно. Это ты из толчка там говоришь. Мне после того, как шнурки тогда написал, этот, что какую-то хуйню наделали, у меня просто пиздец там. А что ты? Что привело тебя сюда? Половину аддонов отключи просто и зайди попробуй. Да при чем тут аддоны? При чем здесь аддоны? У меня... Чуть-чуть разгрузил. Нет, у меня нет, у меня просто как будто 1000 пинг, ну смотрю, пинг повышает. Ну у меня такое тоже бывает иногда. Ну у меня вот сейчас вот просто постоянно, чем нон-стопом, вот я до сих пор не прогрузился. Чё, короче, на какой расход или что, не пойму. Сидим дальше, пытаемся или расходимся. Сейчас я попробую еще сделать несколько вещей, если нет, то расходимся. Ну либо без меня пойдет, я ничего никто не буду делать. У меня стрелка стоит по 10 секунд, блин, одно. Ну, я зашел в игру, до сих пор еще погрузка идет. Там она. Погнали, по-моему, пройдем по-быстрому, пока Саша что делает. Вообще-то, давай, стой. Давай еще сделаем трай сейчас. Давай я танка. Да, звоните мне, пожалуйста. Вот ШП, я, короче, танк, абарментали, копала. Подожди, пока не вешай КД, сейчас, если меня не получится делать, то нахера он КД вешает. Пойдем в тюрьму. Да. А чё в тюрьме интересно, чарки? Смотрите, пожалуйста. Ну, вы пиздец, ну я сейчас буду возмущаться тоже, ну, я не знаю, сами что там проблемы, давайте бить, пока сами он разберется. Пришли уже, так давайте бить, нахуй. Ну, ноете, блядь, каждые 2 секунды, заебали. Да, только меня смоните, пожалуйста, я как до лара не вышел. Тут лететь 2 секунды, нам бежать дольше до камня. Давай, короче, вон, пока Сани нету, не знаю, есть 101 РДД? Женя, у тебя байфай этот? Да. Бутылком? Да. Да хуй его знает, блядь, я не знаю. У меня почти не раз была такая херня, я типа на прокси заходил, но тебе это не помогло. Это находится в этой штуке, у нас эти. Свободно, свободно. Простите, пожалуйста. Там любого кто... Так что тебе посоветовать, я не знаю. Потому что у меня тоже бывало дня три такая вот херня, потом хлоп и просто все идеально становилось само. Непонятно из-за чего. Ну, хуйню какую-то сделали, вот и все. Вон, Джеймс, он же кнопки нормально жрёт. Там Марсес, вон, есть. Да я ему пати бросаю, пати. Марсес. Саш, пока лидеры, передай, пожалуйста, другому. Да, похуй на руку, я ничего не могу, ни лидера не передать, ничего, я, блядь, прогружаюсь по 5 минут, Джеймс. Саша, ты можешь интернет вообще перезагрузить? Есть такая проблема? Ты следующий год, блядь. Я уже перезагрузил модем один раз. Это не поможет. Нет, ты вообще отключи его и прям посиди пока минут 10 хотя бы, блядь, без него пусть он там выплит. Если кого-нибудь, короче, это хуйня, давайте. Есть такого рыба? Да, рыба. Чё, в ГБ рыбу. Нету, что ли? Нет, кто все забрал кто-то. Кто мог кто, забрать? Я знаю, ты забрал. Он сейчас я вчера забрал. Положил. Он сейчас вышел с игры, это человек. Он не может зайти в игру. Он все забрал. Куда-то переносит ее, что ли? Нет, она у него. Или ее мало там было? Просто я думал, там штук 10 есть. Там стак был, типа, 50. В одном, а он взял стак. Теперь нет никого рыбы, блядь. Почта будет у кого-то? Да. У кого-то будет почта. Сейчас перекину.
оно того не стоит. Точно. Представь, где-то в альтернативной вселенной, блядь, люди на форуме не ноют, что этот порежьте, понерфите, а наоборот ноют, чтобы апните нахуй. ШПшников апнули нахуй. Да я думаю, такие тоже найдутся. Вот сейчас, короче, вот убили там пару раз, скажем, ну нахуя вас только занерфили, занерфили, да, ты больше, пускай мучаются, мы же мучились. А там говорили поделиться сетью, попробовать с телефона. Ну, настройка, заходишь на настройки, да, ты там интернет, ты там есть точка, типа раздать точку, типа Wi-Fi и все. Либо через кабель, либо модер. Да. Либо выйдешь, короче, будешь отдать почку на новый роутер. А кто там? Ну, блин, без рыбы хуярить, хули. Вакати, ты да куда? Да я сейчас рыбу пошел скидывать. Какую-то я хуйню наделал, да? Холи палочки, да? Значит, это я обратно в салон. Тут, короче, это, Лёля, ситуация. Мне надо минут на 15-20 отлучиться. Ты чё, блядь, животное? Да пиздец. Надо срочно отбежать. Ты сейчас понимаешь, сейчас, блядь, у тебя тренинг, блядь, будет ругаться, блядь, ты все будешь тренировать. Ну, иди. Смотрим, кто тут ещё есть. Давай. Я минут через 20 приду и скажу, тут я муду уже не буду. Всё, давай, скажу. Сюда. Опа. Иди. Только ты пешнись отсюда. Пошел вон отсюда своими червями. Все, давай его. Три друида ебашить, короче. Че, я тогда в этого скекаюсь? Вылево? Ебанут рейд для ебанутых людей. С ебанутым... Ебанут рейд.